Всем привет, это канал Масалим. В работе Toyota Highlander. Делаем жидкие подкрылки. Как видите, все уже обработано. Такой вот у нас получился жидкий подкрылок. Все обработали сплошным слоем. Толщина этого слоя достигает 4 мм. Все это уже нанесли. Сейчас ждем, пока это подсохнет. Но пока ждем. Клеим штатные локеры пластика вот таким вот поглощающим материалом. Толщина его 4 мм. Вкратце покажу, как работает данный жидкий подкрылок на примере колокольчика. Видите, у нас слева обработан, справа голый. Здесь уже покоцано, но все равно эффект есть. Подкрылка все равно работает. Так вот работают наши подкрылки. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал.